Сейчас в зале находится, наверное, самый важный и самый главный герой этого фильма. Это моя супруга. Таня, да? Таня, да. Совсем недавно мы закончили наши отношения. Этот фильм был снят раньше. Еще до того, как вы запомнили. Я думаю, что это как раз такой потрясающий подарок. Молодцы! Я попробую вам наиграть через другое классическое хамство. Опа! Браво! Ну вот я всем известная, в принципе. Это много чуть-чуть. Будут, опять же, краток, вечер у нас все-таки не длинный. То, что нас, как говорится, пригнали в 9 часов утра, но на сцену мне удалось выйти только в 6 часов вечера. Вы там кушали хоть? Нет. А воду пили? Нет. А, нет, кстати, вода была... А в туалет вас пускали? В туалет пускали, вода была только спонсором. Я стоял, его периодически снимали, но он не открывался. Поэтому приходилось периодически просить охрану и выпускать нас на улицу за водой. Ясно.